Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю нести японскую культуру в массы. Всякое там аниме, хентай, огромных роботов, фильмы про самураев, вот это вот все. Идем к рок-группам. Параллельно вот хочу Преслов захватить. В общем-то, наверное, надо ему уже войну объявлять. Кстати, а какие у него стены? Только древние. То есть осадная башня будет очень хорошо работать, но меня все-таки смущает, что у него уже есть мушкетеры. Тем не менее, Преслов я хочу захватывать. Блин, я не думал, не выкинет. Ну, так нечестно. Это вообще нечестно, я считаю. Все равно можно... А, нет, дай пока. Блин, вот это особенно неудачно меня тут выкинуло. Я даже не буду атаковать, наверное. Переплыву. Надеюсь, Преслов... Ну, тут Преслов только один выстрел. Мне просто надо следующим ходом уже встать у стен. Не, летучий отряд, наверное, убьют, если я туда полечу. Так, давайте в нагана мушкетеров и объединим. Интересно, стоит ли мне брать натуралистов? Мне кажется, мне тут... Хотя вот тут, в Кисо... Вот тут точно станет парк. Не знаю, сейчас показывает или нет. Ладно, позже гляну. Так, культура в Мехико. Деньги в Баджармасин. Давайте в Баджармасин отправим. Очень неплохо. А что это я открывал сейчас? Ну, демократию, понятно, демократию я и принял. Я вот думаю, интересно, стоит ли мне теократию принимать для покупки рок-групп? Мне кажется, у меня и так веры будет достаточно. Давайте смотреть, куда нам идти для карточки, для хороших карт. Ну, понятно, что рок-группы, но когда вы их открываете, я не думаю, что надо спешить с их постройкой и отправкой. Там сначала надо будет открыть карточку на... Кстати, спортивные здания надо открыть тоже. Культурный туризм надо открыть тоже. Так, а где карточка на... Еще вот туризм, сетевые сообщества. Ага, это, видимо, где-то вот в этих политиках. Тогда давайте... Так, а капитализм? Нет. Торговый центр. Давайте, наверное, сначала профессиональный спорт, потом культурное наследие. И будем, кстати, еще лыжные курорты ставить. Угу. Космическая гонка. Я в войне до сих пор только с Бразилией. Он больной ублюдок, конечно. Но и он главный соперник
для меня в этой игре получается сейчас. Да, отойдем, лошадку тогда сюда выкину. Так, а где мой еще второй шпион? У Дидоны захвачен. Так, что она хочет? Это много. Как насчет табачка и жемчуга? 12 золота в ход. А если я тебе железо все отдам? Вдруг ты все железо хочешь? Прям все. 12 золота в ход. Железом уже ее не купить. Жаль. Ну ладно. Придется принимать, потому что лишний шпион нам никогда не помешает. Давайте глянем, у моих союзников нету ли... Был... Вообще у турка был один раз, реликвия была. Вдруг что-нибудь опять появилось. Нет, только писательство всякое. О! Отлично. Я бы еще с ней союз заключить, с Дидоной, и можно немножко успокоиться. Так, это вообще никак не прокачан. Давайте попробуем в этом городе потырить. Нам нужно хоть как-то прокачать... пионов. Они у меня не прокачиваются. Слушайте, а где продуктовые магазины? Что-то я не пойму. Ой, блин, опять не то выбрал. Я ж только что поставил. Профессиональный спорт, культурное наследие, космическая гонка. А вот здесь... в техах. Зимбабве. Да, вот они, Тарсакхаз. Не, ну электричество тоже надо открыть. Конечно. Еще куча, кстати, амфитеатры. Ну, вообще у меня... Подождите. Вот у меня есть... Какие у меня великие люди вообще? Йоган Себастьян Бах, знаменитый японский композитор. Нет, больше нету. Я к тому, что можно сейчас поторговать этими артефактами письменности, а? У меня тут как минимум вот это... Для художественных шедевров дофига просто места. Для письменности. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте. С моими близкими союзниками. О! Что и реликвия нашлась. Это ты как-то дорого. Вот уже поближе. Итак, 13... А, у нее жемчуг есть просто. Ну, давай... Ну ладно, 13 вход приму. Так, дальше... Троян. Блин, а чего у Трояна так фигово? Он с кем-то воюет, что ли? С Дидоной. Блин, всего 4 города. Так, что у Швеции? Концерт. Нет, подожди, пока. И у Канады все хорошо. Дидоны Гамлета попросим. Mm-hmm.
Если так. Принимаем. Так, у Швеции вот эти всякие картины. Блин, вообще ресурсов нету. Блин, что не... А почему черепаха так дешево стоит? Ну, в смысле, тут 38? Ну ладно. Примем. Просто на жемчуг готов менять. 28 вход. А так. Тоже так. Ртуть ему не нужно. Что у него вообще есть? Понятно, ртуть у него есть. Табак у него тоже есть. Ну, тогда. Тогда так и меняем. На 28 золота вход. Все-таки вот эти шедевры надо использовать. Надо покупать и... Блин, ковчег завета, цепи апостола. Такие у меня крутые реликвии. Может, тогда археологически здесь? Я думаю, мы сейчас откроем возможность на воде археологию проводить. Кстати, почему бы креста искупителя? Ну, блин, я не здесь, ладно. Ладно, не здесь. Так, фестивалем. И видите, так вам 800 стоит, так как демократия уже 680. Уже приятнее. Гавань есть. Давайте, наверное, аквапарк я здесь построю. Причем, наверное, лучше вот здесь. На большее количество. 4, 5, 6, 7, 8. Блин, пикета чуть-чуть не дотягивается. Ну, раз не дотягивает, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз не дотягивает, тогда я здесь поставлю, чтоб соседство с гаванью было. Ой, долгий ход, да? Пингало возвращается, можно назначить в Киото. Все стоит, как я хотел. Ну, вот этот инженер говнище. Мне бы еще какого-нибудь на... Интересно, я... Вообще, обратите внимание, что у всех в этой игре на самом деле не так уж и много науки вообще. То есть, максимум 209... Это мы от подарков отказываемся. Максимум 209 для этого времени. Блин, опять после вот загрузки сейва. Просто я один день не играл эту партию. Вот эти 34 тысячи. Я не знаю, ну, видите, я стараюсь ее не использовать. То есть у меня, по идее, должен свой уже... Свои деньги должны быть вот за те, что я покупаю. Я, видите, стараюсь не использовать прям по максимуму эти деньги.
Да вы достали. Почему не меня сужают? Я же такой культурный. Мне даже интересно... А, я объявил войну этому. Наверное, из-за ГГшки. Сейчас еще и захвачу, они вообще с ума сойдут. Видите, как сломи минус 3. Зато вот он встал в город и там сразу сила 81. С другой стороны. Но все равно мы будем нормально его атаковать. Я должен взяться, Преслов. Так. Можем ли мы где-то здесь сделать? Нет, ну вот если я куплю сейчас эту клетку, я, блин, просто уверен, что здесь можно... Вот тут? А почему тут они, вот тут? Ну, в принципе, мне как бы не важно, но все равно... А, прям на клетке с парком должен находиться. Так. Окей. И сейчас надо будет еще лыжные курорты. Сколько я их смогу сделать? Раз, два. Ну, три, наверное. Четыре. Пять. То есть надо прикупить рабочего. Вообще Христос искупить, конечно, хорошее чудо. Ладно, давайте все-таки сделаем. Постараюсь во всяком случае. Ну, потому что дает религиозную... Религиозный туризм, несмотря ни на что. Так, наверное, подождем открытие морских. Не хочется портить отношения, копаясь на территории Финикии. Массе перекупили? Нет. Перестал быть сюзереном Маската. А что Маскат дает? Плюс один к довольству. Пожалуй, это я хочу сохранить. Так. Но мне еще в Антананариву надо первого посла и в Вавилон первого посла. Ладно, следующим ходом сделаем 36 денег. А чё так Рим? Ну ладно, давайте в Рим отправлю. Чё так Рим слабенько вообще в этой партии? Конечно, цивилизация офигительная с такими бонусами. Что тут не получилось, вот? Так, тут давайте, наверное, несколько исследовательских грантов. О, сейчас, вот, кстати, закончу сейчас просьба о помощи, наконец-то прекратят мне эти деньги
в лицо бросать, и заодно еще что я получу за то, что я отбился. Плюс 2 золота с городами государства. Ну, зато 200 мирового влияния. Кстати, тоже могу торговать им. Так, здесь у нас закончено. А иду я в электричество даже не для того, чтобы эту морскую плотину потом, а потому что мне начнут еще культуру давать мои электростанции, или как они называются, фабрики электроники. Еще раз почитаю способности. Фабрика электроники. Плюс 4 культуры в городе после исследования электричества. Бонус к производству становится на все. Но это фабрика и так. Еще фабрика электроники плюс 5 производства при подаче энергии дает. А обычная фабрика плюс 3. Вот так-то. Ну, круто, круто. У Японии очень неплохие эти уникальные здания, уникальные юниты. Интересно, а почему это эти клетки я не обрабатываю? У меня такое ощущение, что я их держу для чего-то. Nee. У меня скромное войско. Ну, как не опасаюсь. Ну, приходи, попробуй забрать мою жизнь. Это тут у нас первый по помощи. Канада. Рим прям вложился тоже. Вот это я понимаю, друзья. Я понимаю. Работают над тем, чтобы я себе ни в чем не отказывал. Нет. Никаких шедевров я вам дарить не буду. И продавать тоже. It is arguable whether the human race have been gainers by the march of science beyond the steam engine. У меня угля мало для создания железных дорог. If winning isn't everything, why do they keep score? Бонус соседства для театральной площади. А с другой стороны, а зачем я это открыл, если у меня и так бонус соседства работает? Да, это... Это странный мув с моей стороны. Хочется, конечно, рационализм поставить это, но мы не в науку все-таки идем. Мы наверное вот это возьмем. Я вообще просто мог подвинуться и этот юнит сюда всунуть. Блин, что-то я банул. Вот эти пушки у меня как-то не в тему, никуда не могу тоже засунуть. Очень странно, у меня атака при... Ну, просто потому что меня выкинуло за границы. Я не ожидал, что меня выкинет. Почему-то. Так. Это чтобы туризм все накапливался. Эти все курорты дают туризм. Знаменитые японские курорты, кстати. Причем Нагано. В Нагано зимняя олимпиада проходила. Но видите, тут не получится. А Саппоро нету. В Саппоро тоже проходила зимняя олимпиада. Тоже нету. Жаль, жаль.
бусинки найдем. Так, пригород сделали. Нужен ли мне тут акведук? Ну, в принципе, да, вот сюда мы поставим производственную площадь. Так что почему бы и нет? Рурскую долину, Великий Зимбабве. Это нормально, это меня не беспокоит. Так, как у нас тут плюс 5 довольства вообще. Так, ну, к сожалению, все еще я... Ну, я уже на втором месте по количеству туризма. Да, смотрите, 117-100. Это уже очень даже неплохо. А когда у меня сейчас пойдут в путь рок-группы... Ну, опять же, рок-группы, когда мы карточку сможем поставить на выбор... Нет, а давай ты мне Одиссею за что-нибудь дашь. Вот за ртуть, например. О, готово. Да, у меня уже в два раза больше культуры, чем у ближайших. Ну и с такой наукой я не боюсь, что они кто-то сейчас попытается наукой победить вообще. Так, ну надо следить за 80-20. Нет, не вариант. Еще, кстати, кого-то я не всех еще даже встретил, между прочим. Наука. Есть тут кто-нибудь? Да, нет, даже ракетостроение не открыто. То есть тут еще запускать и запускать. Все, как они в науку вообще в этот раз компьютеры. А, не, мне не хочется двигаться, потому что я тогда встану под выстрел района. Да, пожалуй... Пожалуй, постоим. А скоро у нас там... Не, ну я ж не иду в эти... Я пока тут буду, знаете что, его осаждать очень долго. Я хотел посмотреть, можно ли на вулкане поставить горнолыжный курорт. Очевидно, нет. Обидно. Губернатора, но что то, что другое, вот эти прокачки на шпионов против компьютера, так себе. Кстати, неплохое чудо. Да и чудеса туризм тоже дают. Так что пускай. Чтобы видеть колониальную войну Харальду с Ромутом. Харальд вообще отстает. А все говорит, что у меня армия слабая.
Блин, у Рима 206 армия. Он же воюет только с Финикией. Почему у него такая слабая армия? Почему он так слабо развился? Вообще. Нет, мы не будем Кристине помогать. У Египта было, помните, дофига денег. Сейчас, вот сейчас смотрите, как будут накапливаться деньги у Кристины. But it was the man who invented the meter. Должно быть еще культуры больше. 563. Так, подводную лодку могу строить, гидроэлектростанцию могу строить, морские порты могу строить. You don't stumble upon your heritage. It's there, just waiting to be. Это надо ставить. Ну, наверное, буду постепенно с религии убирать. 30 с чем-то ушло. Кто? Кацусика Хакусай. О, они неужто японский художник в Японии. Блин, не поставил опять первого посла. Ладно, еще два хода подождем. Дальше, как у нас вообще топят? 45 ходов. То есть можно, наверное, с компьютерами пока. Давайте книгопечатание. Потом пойдем в пехотинцев. И потом в химию. Алюминий нам тут. Хотя бы центр вещания. Давайте в центр вещания идти. Ладно, потом химия. Не буду я пока. Я подумал, ну нафига мне. А, все шедевры литературы. Блин. Сорян, тогда все-таки сначала это надо открыть. Том алюминий. Ну, в смысле, радио. Отвещание. Тут все в культуру. Ой, рок-групп я могу настроить, конечно. Ух ты. Гуру моего атакуют. О, источник кораблекрушения. Так, надо археологов запустить. Они же у нас стояли, ждали своего часа. Екатерина Медичи Голландия объявила войну. Идем вообще Екатерина Медичи.
А, ну они... What gunpowder did for war? The printing press has... Они недалеко. Они реально недалеко. Так, сначала я хочу... археологов. Вот этого сюда. А этого сюда. Окей. Теперь война. Там даже, наверное, и до пехотинцев смогем что-нибудь тут взять. Смущает, что до сих пор нету никаких бонусов для моих шедевров. Не могу никак, так сказать, бонус соседства подобрать. Ух ты, это он даже сам себя лечит. Нормально, нормально. Жалко, электричество заканчивается из-за того, что у меня угольные электростанции. А, вообще, подождите, я в Фукуоке могу гидроэлектростанцию. Оба-на. Так. Морской порт. И что мы тут построим? Ну, Панамский канал... Конечно, можно его вот тут вот так вот сделать, но с другой стороны, зачем? Так, сейчас у меня был какой-то союз с Римом, надеюсь, тот... Союз, с которым я с ним спал, я смогу заключить с Финикии. Да, да, осуждаю. Какое зло, вот какое я зло. Ну, серьезно. Меня интересует, влияю ли я уже... Туризм, то есть накапливается ли у меня уже туризм. Ты ж меня обвинял недавно. Теперь я твой лучший сосед, который далеко... Видите, вот есть два больших континента. Вот большой континент и вот большой континент. А у меня мой континент, это отдельный остров. Получилось так. Как-то карта сгенерировалась. Всегда Гуарульюс этот, кажется, как будто это литовский город, а не бразильский. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Наверное, не буду ничего менять. Ну, вообще как, я буду менять на первый посол. Хотя, слушайте, может, каждый ваш посол дает двойной эффект. Город и государство его правительства отличается от вашего. Явно ни у кого нету демократии, вот просто явно. А тут только первый посол. Давайте попробуем. Просто интересно. Ну-ка, Вавилон. А, сюзерена нету. Знаешь, чтобы посмотреть, что нету сюзерена. Нет, давай отправлять. Вот Антананариву. Да, два. Вот теперь не надо сюда отправлять. Так. Ну, Вавилон надо уже до трех добить. Так, куда я еще хочу отправить? Кардифф можно.
ехать в Махенджо-Даро, я могу стать... Но мне не надо тут сюзереном становиться. Интересно, а Буэнос-Айрес будет считаться? Вот тут есть сюзерен, но он мне неизвестен. Ой, я ж в Иерусалим хотел. Не, вот это классно, да. Видите, только у меня двойных послов считаете сразу. И в Нанмадол. Музыканта. Так, не появилось ли у нас... Это у нас пейзажи, да? Религиозный объект, портрет... Нет, не появилась возможность. Эх. Еще музыкант, ждем постройки центров радиовещания везде. Кто у нас вообще еще воюет, кроме меня? А, че, я ж не воюю. Не, я воюю с Бразилией, конечно, но это так себе. Вот, Франция, Голландия, они соседи, да. Индонезия, Спарта тоже соседи, то есть там серьезная война. Ну, и все похоже. Немного. Парт тут совсем маленькая. Видите, и Бразилия их подселяет. Первая в мире подводная археологическая экспедиция обнаруживает фреску. Может, фреска под водой сохранится? Я прям, извините, в море даже в соленом. Ну, серьезно. Я потом еще эту нашел. Сикстинскую, потолок Сикстинской капеллы, блин. Ну, перевозили, знаете, вот это вот. У меня в Мариоке синтоизм потихоньку отмирает. Протестантизм тут давит, что ли? Наконец-то Рим привез поселенцев сюда. Может, бразилец уже на мир согласится? Astronomy compels the soul to look up. Ну что нам воевать? Он ничего не делает. О. Так, может еще поторгуем реликвиями?
Ладно, уберу. Я как-то уже и так дофига у него выцыганил. Куда были? Должен захватить, кстати. Бефадлин мин аль-вахид аль-ахад. Ничего, араба встретил внезапно. Ну что, это последний вообще, нет? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, все. Я всех встретил. Кстати, как араб тут? Бедного араба кто-то выносит тоже. Или уже вынес. Да. Наконец-то весь континент мой, правда, сейчас Рим заселит. Но он давно, по-моему, должен был заселиться. Я не знаю, что его сдерживало постоянно. Так, нужен ли нам военный инженер? В этом городе. Я думаю, нет. Он как Преслов хорошо акведук поставил. Промышленную зону можно даже нормальную организовать. Пробежимся по ресурсам. Двое оливок с османом. Оливки на табак можно, например. Принимаю сделку. Дальше. Вино. Стоит ли мне еще торговать? А, по-моему, тут, да, 4, 5, 5. Сейчас повторю, тут больше плюс 3 вообще не имеет смысла. Сейчас они никаких бонусов дополнительных не дадут. Не хватает лояльности, чтобы удержать Нордчопинг. И Уэльямапу начинает опять отваливаться. А как Норчопинг вообще к Египту ушел? Там, наверное, из-за того, что у Египта столица. Так, ты опять хочешь поторговать, я смотрю. Ну вот за янтарь ты дашь мне? Рыбак. Николас рыбак-отшельник в долине лосося. Нормально. Меня такое предложение устраивает. Это тут и... Горга себе накопила. Она вообще не хочет отдавать эти объекты. Твоя дерзость и непочтительность позволительны лишь постольку, поскольку являются примером того, как не следует со мной обращаться.
Очень-очень странное, конечно, высказывание от османов. Скакало 3 дня и 3 ночи, чтобы сообщить тебе об этом. Удивлен, что Саладин на второй ход меня не осудил. Канада исследовала нарезные стволы. Ну, это вообще по науке. 159. Не знаю. Ну, пускай у меня плюс 20% прироста будет. У меня с лояльностью, я думаю, все зашибись. Шпион, выполняющий указанные типы операции, на 2 уровня выше. Но мне бы хотелось похитить ускорение. И Нобелевская премия по литературе. Бразилец, почти 200 турок, 300 Финикия, вау, что-то Финикия ломанула. Трипхуан, о, похитить ускорение, зашибись. И Нобелевская премия, если я буду на первом месте, так, надо посмотреть, что там, по-моему, надо фестивали. NASA spent millions of dollars inventing the ballpoint pen, so they could write in space. Ну вот это мне нету смысла сейчас ставить, у меня просто нету музыкальных... По-моему, один только вообще я поставил, но... Так. Что надо делать? Получение очков великих писателей, художников, музыкантов. Вот тут мы ломанем. Стоимость рок-групп ниже. И плюс 50 к продажам альбомов. Вот это надо... Ну, он, правда, длится будет 20 ходов. Блин. Так, надо вернуть... Здесь плюс 4. Вот это. Я не хочу на родной территории держать шпионов. Так, тут мы все сделали. Армия просто лечится. Ясно. Я думал, хотя бы с моря можно вот здесь лыжный курорт поставить, но... Видно, не судьба, видно, не судьба. Ленки еще встретили, блин. Смотрите, сколько научных ГГшек. Вот играли бы люди с таким количеством, а именно раз, два, три, четыре научных ГГшки, иметь 300 науки всего лишь на 112 ход, это... Это что-то нереально. В социальные сети. Так, что, какое тут правительство на туризм это? Нет. Плюс 2 довольству и плюс 2 к культуре за каждый специализированный район. Нифига себе. Видимо, в цифровую демократию пойдем. Да. Египет, сидишь там с одним городом, бедную шведку мучаешь своим влиянием. Блин, сейчас надо в начале хода глянуть мое туристическое влияние.
Я уже должен. You have proved a reliable partner. Канада говорит, я нормальный партнер такой. У некоторых цивилизаций, если вообще нету этих шедевров. Сулейману наконец-то Египет добьют. Господи, как я долго этого ждал. Сулейман объявил войну Клеопатре. Ну, через ход Саладин меня обвинил. Facts don't fit the theory. Change the facts. Первый ученый набил. Первого ученого набил. Блин, я ж с Детоной союз, во-первых, хотел. Да, вот, давайте военный. Блин, 17 золота вход. Но тем не менее. Так, и я хотел глянуть мое туристическое влияние. Нет, не набил еще. Но я... Это вот 167, это видите, как раз против меня. У меня больше всего внутренних туристов. А мне надо только 142, кстати. Что меньше. Города независимость обретают. Так, слушай, Египет, может, пока тебя турок не забрал, ты мне вот тут свои шедевры отдашь. $39 Ну, кстати, почему бы не согласиться? Скоро Египта не будет. Я думаю, мне не придется долго платить столько денег. Армия у Египта 529, у турка 2000. Я думаю, что и более современная. Что у Египта 26 науки. Ля. Надо глянуть вообще, как у меня эти шедевры. Which of all my important nothing shall I tell you first? +5% культуры. +5% культуры я, пожалуй, поставлю.
стоит ли ставить сетевые сообщества? Наверное, пока нет. Так. Ну, тут еще этих художественных дофига можно. Так, а как тут получить бонус соседства, наверное? Ну, тематический бонус. Так, хорошо. Тут тематический бонус одного типа от разных творцов. Есть пейзаж, скульптура, религиозный объект, Иероним Босх. Тициан, вот, например. А, не могу пока. Сиднейский оперный театр надо строить. А, у меня угнали. Так, слушайте, главное, чтобы не Франция. Горго. Да, у Горго тут, собственно, было одно очко дипломатии, стало 5. Это очень хорошо. Так, что нам надо? Ну, идем в Национальный музей. Строим здесь. Прокачка на губернатора была уже. Слушайте, а Пингала... А, ну да, он в Киото сидит. Надо прокачать Пингалу вот эту до конца. Чтоб плюс... Бонус шо... Ух ты, у турка уже уран идет. Не хочешь же он на меня ядерку сбросить? В смысле, моя империя скатывается в нищету? Чё? А, он, кстати, обратите внимание, в Швеции 25 тысяч. Теперь ей помогают. Говорит, в нищету скатывается. Больше всех денег в игре. Вы скатываетесь в нищету. Всем бы такую нищету. Bolshoi Ballet is a universe of the imagination, a place of magic, and for once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards. For there you have been, and there you will long to return. The release of atom power has changed everything except our way of thinking. The solution to this problem, always try to rub up against money. For if you rub up against money long enough, some of it may rub off on you. Шедевр.
Наверное, к бразильцу отправлю. Кстати, вообще, где бразилец? Тут, да? На какой-то вот сюда этого гуру. Большой театр готов. Проекты в театральной площади, еще очки великих людей, вот этих театральных, дают. Так, ну давайте сравним по количеству туризма. У него 83 вход, а у меня 258 и 752 культуры. Я сейчас таким метеором закрою все социальные политики. Ну, кстати, 5% взял, да. Конечно, очень-очень крутой бонус. А, блин, я сюда эти пришел. О, нельзя рядом с вулканом поставить курорт, я смотрю. Странно, почему. Наверное, потому что... снесет нафиг... извержение вулкана всех лыжников, мне так кажется. Ну ладно, на этом вот на фоне осуждения меня всеми цивилизованными государствами, непонятно за что, за то, что я к культуре стремлюсь, я эту серию закончу. Я так понимаю, что как раз в следующей у нас будет интересное развлекалово. Построй миллион алых роз. Построй миллион рок-групп и отправь их играть калинку-малинку по всему миру. Ну, японскую, конечно, калинку-малинку. Интересно, вообще есть какие-то такие японские национальные песни, которые всех в Японии задолбали? Если есть, пишите в комментариях. Рассказывайте, пойду слушать. Интересно. Ну, продолжение завтра, а спонсоры канала, конечно, продолжение уже во вкладке сообщества могут посмотреть. Улучшаются, кстати, отношения постепенно со всеми, а то если у меня нету союза, то либо союз, либо осуждение, прям вот так было. А, все, слушайте, Египта больше нету. Вообще он есть. Thus... the sculpture serves to give people one thought. Вот это тоже очень хорошо, что построилось. A good plan violently executed right now is far better than a perfect plan. Так, ну тут я ничего ставить не буду. Слушайте, а где Египет-то? Вот же его... А, вот он... Нет, подождите. Да, вот город Египта еще. Ну ладно, вот на этом точно все. Играйте в умные игры и... всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!